Ну, вот еще бойцы украинской армии не только сдаются, но и уже не в первый раз переходят границу с Россией. Сегодня это сделали 62 человека. Как сообщает официальный представитель погрануправления ФСБ по Ростовской области Николай Синицын, инцидент произошел в районе поселка Шарамка Матвеева Курганского района. Военные были интернированы в соответствии с положением Женевской конвенции от 1949 года.